В Тверском музейно-выставочном центре открылась выставка работ участников международного конкурса детского профессионального рисунка. Вернисаж получил название «Праздник праздников» и посвящен Пасхе. В мероприятии принял участие председатель городской думы Евгений Пичуев. В конкурсе пасхальных рисунков участвуют дети из России, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, а также Сербии. В каждой из этих стран прошел отбор лучших работ. Российский этап состоялся в Твери. Помимо хозяев, свои рисунки прислали более 2000 детей из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петербурга. Конкурсная комиссия в составе известных художников и искусствоведов отобрала 40 лучших рисунков. Все они и были представлены на выставке, произведя большое впечатление на зрителей. Эта выставка, она очень мне показалась интересной, потому что очень много работ разных. Вроде бы тема у всех одинаковая была, но каждый ребенок представил праздник по-своему. Кто-то ярко нарисовал, кто-то в достаточно нейтральных цветах. Они поднимают очень важную тему, тему Пасхи. В каждом рисунке мы можем увидеть это. Тут на рисунке изображены либо какие-нибудь куличи, либо храмы. На церемонии открытия присутствовал председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Он поблагодарил организаторов за столь хорошее начинание в деле просветительства и нравственного воспитания молодежи. Конечно же, он отметил высокий профессионализм и зачастую неординарный подход авторов работ. Дети видят мир немножко по-другому, чем у взрослые, чем уже состоявшиеся художники. Конечно, это большой труд. Не только физический, моральный труд. Поэтому, если с такого возраста они начинают уже выдавать нам такие красивые, хорошие и работы серьезные, то у них большое будущее. В ходе торжественной церемонии организаторы выставки, члены жюри искренне поздравили победителей. Именно победителей, так как конкурс проводился в разных возрастных категориях и номинациях. Теперь российским лауреатам предстоит отстаивать честь страны на международном этапе в Минске.